Симдру, в этом видео будет противостояние двух команд Лонгинуса на Дестрой и Спрайза на Юнити против Дракона на Чардже и Диаблосе и Рейс Диаблосе на Пулите. Погнали. В общем, Спрайзен крутится справа для того, чтобы просто было. Вы понимаете. Диаблос крутится в левую сторону, потому что он и рейс. Хорошо, погнали. Спрайзен и Диаблос. Первый рейс крутится на рейс. И вы понимаете. К сожалению, Диаблос сначала потерял как бы свою пимпочку и проиграл, в общем. Дракон также проиграл. И пока мисс они проигрывают вместе с Диаблосом со счетом 1-0. Ну, ничего страшного, да. Нельзя так печалиться. Не надо печалиться. Вся жизнь впереди. Погнали. Да? Так, впереди. Вау! Нет! Вау! Что это было? Что это было? Я не понял. Вот это взрывчик, конечно, был. Дракон взорвался. Это была жесть. И Лонгинус тоже взорвался, прикиньте. Лонгинус еще и взорвался. Еще и Лонгинус взорвался. Ну это жесть. А Диаблос, он типа, это Диаблос. Что вы хотите от него? Он просто хочет жить. Ему вообще пофигу. Он даже не разобрался. Ни на один щелчок. Все, вообще не взрываем. Как и Спрайзен. Окей, погнали дальше. Походу нет. А теперь погнали. О, Ланкинус выбил его пулю. В смысле, пулю Диаблоса. Так, не знаем, кто победит. И побеждает команда Спрайзен и Ланкинус. Не знаю, сколько буду играть. Я не помню, говорил ли я, но сколько играть будем. Поэтому будем просто играть, пока время как бы больше 6, наверное, минут не уйдет. Потому что, ну, это слишком быстро было, вот согласитесь. Так, хорошо. В общем. Теперь следующий бой. Вау! Вот это Спрайзен выиграли. Теперь Яблосу и Дракону осталось только перекружить Лонгинуса. С чем у них, возможно, будут проблемы. Да. Они не смогли его перекружить. Он слишком мощный. Я думаю, даже один из них, вообще любой, хоть Лонгинус, хоть Спрайзен, их просто вынесет на изах. Просто на изах вынесет. Но это был довольно хороший бой. Погнали дальше. Оу. Лонгинус выбил своего сокомандника. А ты улетел. Вау. Непонятно, что происходит вообще. Вау. Лонгинуса взорвали. Ха-ха. Это первая победа новичков. Это довольно классно. Это довольно круто. Круто. Лонгинуса взорвали. Удивительно, что дракон не взорвался. Это реально удивительно. Потому что я думал, что он такой, типа, ну и ладно, взорву. О, Диаблос не вытащил свою пимпочку, но уже вытащил. Но она ему как бы даже не помогает. О, дракона и команда новичков побеждает. Прикиньте. Побеждают они.
Удивительно, честно говоря. Думал, что они в сухую выиграют. Ну, в смысле, с Прайзом и Лондоном вообще будет все равно на то, что там у них 3 Б, может быть. Они про это даже не слышали. Им не нужно было. Эта книжечка уже истекла свой клуб. Вау! Мощный бой. Финал которого мы узнали. Что это было? Ну, а вот такое сегодня было видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Сканер. Всем удачи, всем пока. До скорого.